День дарителя отметили накануне в выставочном зале Ангарского городского музея. Организаторы отошли от традиции. И на этот раз подарки вручили не сотрудникам музея, а художникам и коллекционерам, которые принесли в дар ценные экспонаты. Таких друзей у ангарских хранителей 9. Благодаря им экспозиции пополнились картинами, статуэтками и редкими экземплярами горных пород. Ученики Центральной детской школы искусств в честь праздника подготовили для виновников торжества музыкальные композиции. Я вот только что из мастерской, практически мы художники, бывает, что и живем в мастерских, и там очень много работ у всех художников. И когда работа вот таким счастливым стечением обстоятельств попадает в хорошие руки, в хорошее место, конечно, это всегда радость. С другой стороны, немножко грустно всегда расставаться с работами, тем более тут на портрете моя дочь лет, наверное, 15 назад я ее писала. Если не больше, больше, 20, наверное, с чем-то. Сегодня фонд музея почти наполовину состоит из экспонатов, которые принесли в дар ангарчане и гости нашего города.